Квартира как способ заработать. Банк «Восточный» предлагает кредит под залог недвижимости. Это может быть жилье в многоэтажке, частный дом или коммерческая недвижимость, которая находится в собственности. Одно из главных преимуществ такого кредита – низкая процентная ставка – от 9,9% годовых. Удобен и длительный срок кредитования – от года и месяца до 20 лет. Все зависит от суммы. Кредит под залог недвижимости в банке «Восточный» позволяет получить от 300 тысяч до 30 миллионов рублей на любые цели. Это могут быть различные крупные покупки, в том числе земельные участки, загородный дом, автомобиль и так далее. Средства можно направить на ремонт жилья, поездку в отпуск или даже на погашение ранее взятых кредитов. Все зависит от желания заемщика. Специалисты отмечают, что чаще всего колымчане берут такой кредит на ремонт, отпуск или покупку автомобиля, а также для бизнеса. Кредит под залог имущества выгоден не только большими суммами кредитования, но и обязательным страхованием недвижимости. Чтобы получить кредит, нужно иметь с собой паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о регистрации права собственности и сведения о доходах. По статистике Банка «Восточный» за первые 6 месяцев 2018 года количество выданных кредитов под залог недвижимости выросло в 3 раза по отношению к 2017 году. Это говорит не только о востребованности продукта, но и повышении уровня финансовой грамотности населения. Люди начинают более рационально распоряжаться личным имуществом. Также для клиентов Банка «Восточный» есть приятный бонус. Все, кто оформил заявку на любой кредит или кредитную карту, получают возможность участвовать в розыгрыше мультиварки. Акцию проводят до 30 ноября 2018 года. Розыгрыш приза состоится 3 декабря. Все подробности об участии в акции можно узнать в отделении Банка «Восточный» по адресу город Магадан, улица Ленина, 22/2. Банк работает ежедневно.